Жители деревни Тасмарина Урмарского района в течение нескольких лет испытывают дефицит питьевой воды. Причиной тому вышедшая из строя водонапорная башня. Как скоро будет решена эта проблема, в материале наших корреспондентов. Вот так с ведрами наперевес жители деревни Тансарина ходят за водой. Дорога не близко, местный родник находится в 1,5 километрах. Но вода там удивительно вкусная. Правда, дойти до ключа могут не все. Очень крутой овраг. Невозможно там, зимой тем более ходить невозможно туда. Раньше были моложе, ходили, а теперь уже старые. И ходить нам уже тяжело. Раньше колонка у нас хорошо работала, бесперерывно. А вот люди не платили, поэтому проблема встала. Иногда отключали колонку у нас, без воды сидели. Обострилась проблема в 2019 году, когда из строя вышла водобашня. По этой деревне у нас проблемы по воде идут уже давно. 127 постоянных хозяйств. Из 127 постоянных хозяйств у нас за потребление энергии водонапорной башни, значит, платили 24-25 хозяйств. В деревне, разумеется, есть колодцы для общего пользования, но качество воды в них жителей не устраивает. Для питья она не годится, жесткая и мутная. Проблему надо решать кардинально. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в республике в этом году капитально отремонтируют многие источники водоснабжения. Минстрой уже отобрал несколько проектов. В Урмарском районе отремонтируют 18 водных объектов, в их числе и Тансаринская водобашня. Эти 18 источников водоснабжения мы должны капитально отремонтировать в 2021 году. Планируется замена водобашен, замена насосов, которые качают воду, потом электрика полностью меняется, и если там необходимость имеется, и бурение, или до бурения необходимой глубины по скважинам. Эти масштабные работы помогут ликвидировать дефицит воды и улучшат ее качество. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Александр Атяков, Республика.